Детский сад «Семицветик» отметил 10-летний юбилей. Накануне работники дошкольного учреждения принимали поздравления, благодарственные письма и почетные грамоты от представителей окружной и городской администрации и собрания депутатов. От предприятия «Лукойл Коми» коллектив «Семицветика» поздравил директор ТПП «Лукойл Севернефтегаз» Николай Новожилов. Современный, яркий и уютный детский сад распахнул свои двери осенью 2009 года. Здание учреждения построили в рамках соглашения между администрацией округа и компанией «Лукойл». «Семицветик» сегодня посещают более 300 воспитанников. В штате дошкольного учреждения 120 сотрудников – педагоги, воспитатели, их помощники и другие специалисты, работа которых порой остается за кадром, но без которых детский сад просто не может существовать. У нас здесь работает замечательный коллектив, очень творческие люди, ответственные, доброжелательные, взаимопомогающие друг другу. Для нас десятилетие – это все-таки большая дата, потому что мы еще вроде бы совсем, кажется, недавно родились, но уже многое сделано и многое еще предстоит сделать. Хочется пожелать нашему учреждению процветания и развития, нашим сотрудникам здоровья, терпения, любви и хорошей погоды в доме. Дорогой мой детский сад, любимый Семицветик, я тебя поздравить рад с юбилеем этим. На праздник к юбиляром пришли и нефтяники. От предприятия «Лукойл Коми» коллектив детского сада «Семицветик» с 10-летним юбилеем поздравил директор ТПП «Лукойл Севернефтегаз», депутат собрания депутатов Ненецкого автономного округа Николай Новожилов. Не секрет, что профессию воспитателя выбирают только добрые, внимательные люди. Благодаря вашему теплу, вашей любви к малышам, вашему профессионализму, нам, родителям, намного легче растить детей. Я от всей души желаю вам здоровья, терпения, желаю вам счастья, благополучия, достатка вам, вашим семьям. В качестве подарка от «Лукойл Коми» Николай Новожилов вручил сертификат на обновление материально-технической базы детского сада. От имени собрания депутатов Ненецкого округа коллектив детского сада поздравила парламентарий Наталья Лысакова. За 10-летнюю историю вам удалось создать в «Семицветике» по-настоящему теплую атмосферу уюта и доброжелательности, сформировать дружный творческий коллектив педагогов. Ежедневно маленькие наши жители Наринмара спешат к вам с радостью, потому что знают, здесь их очень любят, здесь их всегда ждут, здесь всегда светло, тепло, весело и интересно. Сотрудники дошкольного учреждения сегодня были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами. Ирина Никешина, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».